крыш на бывшей тренировочной площадке бегущих возле дождевого корректора. Продолжается расследование дела об убийстве прокурора и кандидата на пост мэра Роберта Попа. Thank you.
Разберись с этими снайперами или не попадайся им на глаза, но главное, сваливай! Thank you.
знать что-то о смерти Поупа. Только не давай ему злить тебя, лады? Ну, когда-то он был неплохим бегущим. Сейчас даже не знаю, на кого он работает. Зачем ты пришла, детка? Лучше скажи, как Икар связан с убийством Поупа, Джек. Я слышал, это все копы. Значит, и ослышался. Тебе нравится борьба, Фейн? Поуп был фанатом, серьезно. Он даже взял бывшего борца себе как личного охранника. Трэвиса Парфу, когда-то тот выступал под именем Роббер. А мне-то что с того? Роббер, ну, он обычный головорез, которому улыбнулась удача. Но иногда люди забывают мне их место. Всегда пытаются заплыть поглубже. Не думай, что есть рыбы и покрупнее. На твоем месте я бы хорошенько расспросил этот кусок дерьма. Удачной охоты, Фейти. Слушай, не уверен, что стоит идти к этому Роуберну. Хочу навестить Миллера. Фейт, что ты делаешь? А Джек, найди ему расскажешь. Не сейчас. Он коп. Что бы ни говорила Кейт.